Друзья, мы рады видеть вас. А перед началом просмотра не забудьте подписаться на наш канал. Израильский дизайнер одежды Альбер Эльбас умер во французской столице в 59 лет. Причины смерти кутюрье не озвучиваются, сообщает пресс-служба Ричемонт. Ходят слухи, что незадолго до смерти он заболел COVID-19. Эльбас интересовался модой с детства. Первые эскизы платьев он стал рисовать еще в 7-летнем возрасте. Мать Альбера всячески поощряла интерес сына. Когда он повзрослел, она даже дала ему $800, чтобы он смог полететь в Нью-Йорк и построить карьеру в мире моды. В США Эльбас начал работать вместе с Джеффри Бином, одним из самых известных модельеров 70-80-х. На пике карьеры Альбер Эльбас работал со знаменитыми люксовыми модными домами. В частности, он более 10 лет занимал должность креативного директора в Lanvin. Также у Эльбаса был собственный бренд Easy Fashion, который он развивал последние 5 лет. Эльбас был открытым геем. Известно, что он состоял в партнерских отношениях с директором по мерчендайзингу Lanvin Алексом Као. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать свежие выпуски.